Строители завершают работу сразу в двух корпусах. Один уже полностью готов, второй дом застройщики планируют сдать в эксплуатацию в течение 2 месяцев. Всего в проекте предусмотрено строительство 4 многоэтажек. Жилой комплекс расположился на месте бывшей текстильной фабрики. К объектам также подключены все коммуникации, проведены электроэнергия и газ. Строители ведут работы по благоустройству территории. Отделочку стою, дарфесту, мы намазываем в снаях, в снаях, в снаях, в снаях, так как. Иначе стоит дарфесту, хазар саттау. Мы артака благоустройство к нам. Мы карум, мы ватсаганоц хазар ватсистам уже. Саттану карум. Реализация проекта идет по плану. Отставаний от графика нет. В квартирах ведутся малярные и штукатурные работы. В работах в основном задействованы местные рабочие, которые многие годы активно сотрудничают со строительной фирмой «СТМ Юг». Аз корпус мидагдар, мидаг как коста. Савенс, отделка коста, автозагрем, шпаклевка, плитка коста, дуэрта. В общем, мидаг как коста, савенс юлдар. 80% саттау айдар. Аз хазардар 80% саттау. Мэг харумма, кавам, фавам, мидаг как коста. Мы благоустройство, да, благоустройство уже на каней. Повнел там, мы на каней с кензистом. Мы на венут выходек захтар калам, асфальт, тротуар, тецеттесты. Мы на проезжий фендек табозодесты, мы на удон кусткенам штекке. Что касается остальных 2 корпусов, один из них 4-подъездный, второй – 1-подъездный. Они будут отличаться и своей планировкой. Их планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Третий корпус, да. 1-подъездный сатау, Б3Б, автоэзерам, крыша бену, выходаге бену, штукатурка дарконду, мазасава мидакка коста, сантехника коста, сава мидаги. Мама третий А корпус, и мана 5-й этаж амаем, мама штукатурка коста дарканам мидаги. Зарплату рабочим всегда выплачивают без задержек. Мы сделали махан задержка-то это никуди, Салферс, мен так кадар офтау, аламейдар, строго фэцак кори мидаг, зарплата алчидар райше, эмэс алчидар райше, мэна кушта дари, вэбону мэз. Азида тафарсат, сэппаттар, растага райшен сакост. Трой материалы, нисамэй цухастам, аспаттар на мис, на поставка алабондар нам сэвэ, через день, куд на каву автомашина, та на материалы цухнистам, алсамэйдар хэстастам. Вода кушать дарнем. И фагусты, алокустыл дар хасам, мы йофам, растак мы гаска, алспеттер разам. По словам строителей, с поставкой строительных материалов проблем нет. При строительстве используются высококачественные строительные материалы. Лена Газаева, Регина Черткоева, Айда Кочиева. Информационный выпуск сегодня.